5 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Конева прошел традиционный водный праздник, посвященный Дню защиты детей. В течение 2,5 часов все желающие могли бесплатно поплавать в современном бассейне. Сегодня ФОФ распахнул двери для юных хомячей в честь праздника День защиты детей. Мы подготовили специальную программу для всех желающих, для маленьких гостей и, собственно, в сопровождении родителей. У нас есть серия программ, нацелена на то, чтобы приобщить хомячей к здоровому образу жизни, к спорту. Разрабатывать комплекс мероприятий для того, чтобы все желающие могли посетить ФОП. Праздничную программу открыла сессия аквагрима. Это вызвало большой интерес у юных пловцов. Я нарисовал жучка, потому что они быстрые, реактивные. Вот. И потом и я тоже так хочу плавать. Мне нарисовали этот рисунок. Центром событий стало водное пространство. Каждый участник праздника провел время весело и с пользой.